Всем привет, и прямо образно это прям проходит мафия первая. У нас перевыборы. Надо снайперкой винтовку убить какого-то там чиновника. А вот мы здесь убейте политика из верного окня башни. Так, мы здесь. Там слишком много собак. Слишком много собак. А я уже не помню, как сюда заходить. Простите, собачки, меня. Блин, я не вижу тут. Ну ладно. Так. Вот тут сходим, посмотрим. Я не помню, на самом деле, честно. Это вход. Вот это что ли? Куда же он делся? Ого! Кто это такие вообще здесь? Тут кто-то есть. Что за подонки здесь ошиваются? Бомжи, что ли? Нифига себе, на магму. Офигеть, магмум, а? Вы что, с ума посходили, что ли? Эй, что происходит? Нифига тебе дробовик. А вот это чумена просто. Офигеть, дробовичок, а. Чуваки с дробовиками тут находятся. Как это понимать вообще, я не понимаю. Где тут? Закрыто. Закрыто. О, открыто. Кошки тут где-то еще. Дверь что-то стоит. Ладно, фиг с ними. Пойдем дальше. Тут ПО нету. Это уже наружу. Нифига себе, тут наружу мостик. Вот это тюрьма, блин. Офигеть просто тюрьма. Ребята, он идет сюда. Господи. Да блин, их слишком много здесь. Слишком много их здесь. Блин.
Чтоб ты сдох, Павла. Их больше было. Принухал у меня прям под пали, а. Сволочь, я тебя порежу. Давай, иди сюда, урод. Вот Павел испугал меня своим дробовиком дурацким. Вот аптечка. Только открытая. О, 91 хаут, супер. Вот сюда что ли мне надо? Не. Как это сюда? Блин, это не конец что ли еще? Он здесь! Да блин, Павла. Восемь шесть хелф оставил, урод. Ближе. Блин, кольт патрон мало. У магнума ничего патрон нет. Вы чё, блин, все патроны что потратили, уроды? Ой, Павло-то. Я вырву тебе глаза. А блин, вот Павло. Ублюдок, я тебя прикончу. Кто-нибудь, помоги! Сдохни! Полицейский кольт, ну такой говно. Давай, быстро перезаряжай, перезаряжайся. Ну и сколько можно вот здесь, а? Все? Все сдохли. Фу, игра сохранена. Так. Как прицел делать, смотреть, а? Я вот не знаю. Так, управление, управление, управление персонажем. Так. Действие, огонь, прыжок, прицеливание. Прицеливание. Что-то я не понимаю ничего. Ой, пани, это все. Давайте поменяем управление просто тупо. Блин. Это что за фигня какую-то я сделал? Прицеливание. Я... Ну, а что должно быть? Режим снайпера. Понятно, блин. А тут я не знаю, что ты фиг с ним. Задание F1. Режим снайпера. Что, тебе мышка у меня не работает, что ли? Почему мышка-то не работает? Да, супер. Понятно.
Вот что это такое, значит. Давай, давай. Опа! Но... Я же убил его же. А, все, промогал я. Уехал, чудачок. Чудачок уехал от меня. Все, готово. Возвращаемся в Савьери. В Савьери, где возвращаемся. Это чуваки будут нас ждать. Я надеюсь, я отсюда выйду. Ай, блин, собака. Да, блин. Да, блин. Вот я мазил, блин. Во. Все. Уходим. Перевыбора. Ну давай, быстрее, что-то так долго тут загружаешься постоянно. Ну а? Это он, парень, о котором я сказал, не двигаться. Иди ты в жопу. От меня. Отстаньте, пожалуйста, от меня. И все. Супер, он просто отстал от меня. Подбежал и ушел. Ладно, я за свой тачкой хочу туда сходить. Там тачка, интересно, осталась. Какие-то агенты здесь. Это вот он. А где он сам? А вот моя тачка. Поехали отсюда. Савьери, мы выполнили вашу задачу. Мы полух страны уже убивали. Готовы к следующей стране. А, супер вообще. Так, еще ограничения надо поставить. Да, да. И погнали. Все. Почти линия прямая. Вот ты как-то неудобно. Парковки нет нифига. Парковка здесь находится. До туннеля надо... Ой, да. А ты надо ждать. Скорость только мечтать. Так, готово. Почти уже.
Все. Выходим. Сохраняем эту машинку. И погнали. Да-да-да, знаю. Спасибо. Чисто для разрядки. Прям вот это не особо. Сегодняшняя работа для разрядки, парни. Есть тут фирма, импортирующая сюда кучу предметов роскоши со всего мира. Вчера в порт пришло еще одно судно с товарами. И кое-что из списка мне приглянулось. Что у них есть такого, чего нет у нас, сэр? Ну, я уже 100 лет не курил приличные сигары. А у них там чуть ли не тонна. Сигары? Да, сигары. А что тебя в этом удивляет? Посетители наших клубов ценят хорошие и качественные сигары. Но они дорогие, и их трудно достать. Если нам удастся получить грузовик лучших сигар, нагрели бы на них столько же, сколько на среднем ограблении банка. Что? О, Господи. Привезите мне грузовик сигар, Поле, объясни им. В общем, вот что. Поле, что за хрень творится? Какого хрена я должен знать, Томми? Мы просто должны спереть грузовик дорогих сигар. Они нужны Дону, они стоят денег. Вот нас за ними и послали. Мне показалось, что для него это как-то мелко. Забудь об этом, Том. Сигары стоят в порту, упакованные в ящики. Нужно погрузить их на грузовик, потом уехать из порта. Но сначала нам надо попасть внутрь. Как мы это сделаем? Охрана в порту теперь покруче, чем во время Морелла. Точно. Просто так туда не вломишься. Так что придется сыграть по-хитрому. Свистнем один из грузовиков, которые развозят по городу товары. На этих грузовиках такие надписи. Атлантический импорт. Мы подождем, пока один из них выйдет из порта. Проводим его до тихого места, где нет копов, и загородим ему путь. Несколько выстрелов в воздух, и водила выскочит, как миленький. Когда заберем его бумаги, один из нас сможет попасть в порт. А несчастного придурка что, грохнем? Не, это геморрой. Просто вытащим его из машины и обыщем. Ты отведешь грузовик в порт, Томми. Погрузишь на него ящики с сигарами, а потом встретимся в условленном месте. Ага, я загружу их один, разгружу их один. Потом, может быть, еще выкурю парочку. А вы-то что будете делать? Мы подождем недалеко от порта в условленном месте. Если кто-то сядет тебе на хвост, мы с ним разберемся. Потом отведешь грузовик в точку встречи. Ага, ясно. Как я узнаю эти ящики? У них на боку написано «Импорт-экспорт Скорсезе». А условленное место? Поедем туда, я тебе покажу. Сначала надо поехать туда и достать грузовик. Ну что ж, вперед! Да, вообще супер. Везде винчесть за оружие. Ну, без этого никуда. Погнали. О. Че, ты на машину что нашу продаешь? У нас такая же, вот она. Так, давайте оружием теперь. Здравствуй. Привет, парни, чем займетесь? Дай Тому биту и пистолет, и еще дай нам 2 Томпсона. Ладно. Ну, как всегда, какое-то говно мне, да. Вот спасибо. Спасибо, Винченцо. В таком же костюме, брат, специально приперлись, да? Оденься, блин, по-дурацки, да? Окей. Давай, Винченцо, до свидания. Следи за пушки. Ну, как черепахи теперь ходите, ё-моё, а. Ты уже здесь? Да, ты уже здесь. Давай, показываю новую тачку. Похоже, я не знаю, как туда попасть. Ну а? Привет, ребята! У меня есть кое-что для вас. Давай. Да, она мне нравится. Выглядит просто отлично. Вы можете открыть ее вот таким образом.
Ну ладно, это мы можем. Спасибо, Ральф. Не за что. Вообще супер. Ну чё вы, а вы чё не учитесь обгонять машин-то? Чё-то долго. Погнали, садимся. Погнали. Поедем таскать ящики для разрядки. Ладно, мы поедем в одно место в рабочем квартале и высадим Сэма там. Вечер уже. Куда ты едешь, блин, а? Вон эти люди ездят, видно. Вот и наш поворотище, блин. Ну что, приехали? Что, мы должны все выйти и дальше план говорить? Вот-вот, прямо здесь. Отлично. Раз уж мы здесь, я хочу вас кое о чем спросить. Что ты имеешь в виду? Есть у меня одна идея. Вы мне должны помочь в одном деле. Да. Что ты задумал? Ну, это большая игра. Один я не справлюсь. А мы с вами старые друзья, хорошо знаем друг друга. Ну, в общем... А Сальери? Он-то знает об этом? Нет, не знает и не должен ничего знать. Ему капусты хватит до пенсии. Ну так в чем дело? Понимаете, я тут присмотрел один банк. Что? Что? Успокойтесь, все в порядке. Этот банк дерьмово охраняется, проблем не будет. А в сейфе в конце месяца всегда лежат крупные суммы. Мы с вами будем богачами, если сумеем его взять. Или покойниками, если не сумеем. Что с тобой? У нас и так денег до черта. Тупица, у нас есть деньги, но не до черта. Сальери неплохой босс, но я хочу хоть раз в жизни получить реальные бабки, а не эти крохи. Я не уверен, что это хороший план, Поли. Что скажешь, Сэм? На меня не рассчитывай. Мне дорога часть семьи. Ты прав. Наверное, ты прав. Забудем об этом. Все это только мысли вслух. Ладно, забудем. Ладно, думаю, нам пора. Пойду собираться. Я скоро вернусь, Том. Давай прогуляемся до порта. Так. Погнали. Погнали, погнали до порта. Там машину там возьмем. Нифига ты Томпсон взял. Сюда, да? Сюда, все правильно. За тачку возьмем, взяем порт. И там уже, скорее всего, серию будем заканчивать. В порту уже будет в следующей серии. А да, мы уже заканчиваем, больше тут уже концовка осталась, что вот это выполнить, потом банк ограбить, потом только Сэма убить и все. А там уже свой по себе рассказ будет. Концовка.
здесь. Теперь мы дождемся, пока мимо проедет грузовик, и сядем на хвост. В тихом месте возьмем все, что надо. Окей. Да, порт тут такой большой. Ну чё, где ты машина-то? Вот она, выехала. Погнали за ней. Зал вышел отсюда. Оставь меня в покое! Хватай его! Я тебе ничего не сделал! У меня ничего нет! Все. Ну что, я взял? Отбери, блин. Водитель проклят. Проклятый водитель, документы не оставил. Поехали за водителем. Где ты, дурацкий водитель? Вот он бежит. Том, так не надо было делать. Я встречу Сэма, и мы вместе будем ждать тебя. Удачи, Том. Окей, бери машину. Да иди ты в пень от меня. Не двигаться! Пошел в жопу. Сейчас оно арестует меня нафиг. И миссия провалена. Может нафиг ее? Да, не надо было так делать. Все. Розыск у меня. Ну и фиг с ним. Надеюсь, тут больше никого не будет из полиции. Да прям, ой, откуда взялись здесь? Федералы еще, очумей просто. Да пускай убивает, ё-моё, я уже со мной провалил. Давай. Ну, еще быстрее. Молодцы вообще просто. Иди сюда, пава. Уродный, а? Давно пора было. Так, где мы находимся? Теперь мы здесь. Дождемся, пока мимо проедет грузовик и сядем. Окей, ждем грузовика. Возьмем все, что надо. Снова ждем грузовичок. Что долго там все с этими проверками дурацкими сидимся. На, выезжай давай, блин. Чё, мне сюда надо подъехать, что ли? Чё, он поехал? Я вообще офигею, если он так заглючил, а. Тара-та-та. Тара-та-ра-та-ра-ра-ра. Так, где эта фигня? Ну вот он стоит, как идиот. Ваша личность была раскрыта. Теперь мы дождемся, пока мимо проедет грузовик и сядем на хвост. В тихом месте возьмем все, что надо. О, он поехал. Он там завис просто. Что я сделаю теперь? Дурацкий грузовик, блин. Ну давай, блин, документ быстрее проверяй и поехали. О, поехал. Супер, наконец-то.
А я все тут думаю, гадаю. Да ты все топишься-то, а? Вот палуба-то, а? Ты тут расстоял, тут тебе не стоит. Давай, поле, быстрее, ё-моё. Ты опять опустим этого дурака. Блин, завести машину забыл. Потому что ящики эти прибирать, а. Я пошел в баню полицейским, да я уже. Моя машина! Меня в покое! Угоняет мою машину! Хватай его! Я тебе ничего не сделал! У меня ничего нет! А, документы. Бумаги. Окей. А ты чё сквозь? Вот ящики дал бы, помог бы, а. Ну вот идиоты что ли, ё-мо. Так. Давай здесь прям ящики вытащу, и тут далековато. Нафиг мне это сдалось. Так, ящик. Нафиг. А как бросить-то, бля? Да, блян. Я уже забыл, какую кнопку я бросить оружие. Брось оружие. Меня оставит. Нафига себе, бля. Ну фиг с ними. Будем так фигню страдать. Взять коробку. Выкинуть коробку. Взять коробку. Выкинуть коробку. Кому нужны коробки? Бесплатные коробки. Хорошие коробки. Глюканутые коробки. Да блин. Супер просто себя замуровал с этими дурацкими коробками. Решил бы им выкинуть коробки, блин. Так. Взять коробку. Ну там на той стороне, понятное дело. Так, и последний, все, едем на порт. Ну мало ли, сейчас на полицию нарвемся. Вот она, кажется, едет. Кому-то не достались коробки. Увы. Вот так вот. И сюда. Остановитесь, покажите документы. Ладно, можете приезжать. Чё, правда, можно приезжать? Вот и тебе загрузка. Вот за этой загрузкой можно заканчивать серию. Всем вам удачи. Всем пока. Увидимся в следующей серии и других прохождений. Всем удачи.